Всем привет, это Фриз, и сегодня я буду гриферить с одним сердечком. Перед началом хочу сказать то, что 68% на меня не подписаны, поэтому подписывайся, естественно, если ты был не подписан. Ну и также сегодня действует акция: подпишись сегодня, а завтра под подушкой найдешь iPhone. А если лайк поставишь, то вообще два айфона найдешь. Играю, как обычно, на Арисмане, на втором мире, поэтому всех жду здесь, присоединяйтесь, а мы с вами идем грифер-шоу, погнали! Какое, блин, грифер-шоу, я вот сейчас вот умру, да? Так, жесть, как играть? Ребята, я только что нашел какого-то алмазника, и давайте попробуем просто по рофлу его попробовать загасить. Его один удар — это просто минус я, поэтому это будет интересно. Мне нужно будет как Нео просто уклоняться от всех его... Понятно, ясно. Ребята, я снова здесь. Меня телепортило РТП прям к этому челику. Это судьба. Ну что ж, давайте его будем зазывать сюда, типа, давай, ПВП, давай, выходи, я же голенький. С одним, блин, сердечком. Просто два удара, я умер. Рукой, камон. Но, к сожалению, ребята, он даже на меня внимания не обращает, поэтому давайте мы сейчас ему немножечко напакостим. А, подожди, стой, может, не надо пакостить, потому что здесь... О, нет, скиль... Это вообще нереально гриферить, вообще... Да ну, я даже не успеваю никого ударить, как просто я умираю. Вот смотрите, ребята, еще один человек. Давайте с ним затимимся и войдем к нему в доверие. А потом такие, ребята, просто начинаем. Оба, на, минус. И нет, нет, тише, 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 тише. Ребята, надо просто... Короче, ребята, я понял. Мне нужно хотя бы убить сейчас скидстартера, либо вообще голенького. Возможно, с голенького выпадет больше, чем скидстартера, поэтому, ну, кто знает. На алмазиков сейчас вообще нет смысла нападать. Один удар, и я умер. Ну, зачем мне такое, правильно? Правильно. О, ребята, оппонент для поединка найден. И кто это, ребята? Ну-ка, кто это? Это... Ага, ясно. Это голенький. Смотрите, ребята, я... Мне просто снозится по пол хп за то, что я просто-просто прыгаю. Ну, да, я точнее спрыгиваю, да, так будет вернее сказать. И смотрите, даже вот этот джамшут, который от меня убегает, он голенький. Да ё-моё, ну что ж такое-то, что-то мне сегодня, ребят, не везет. Ребята, прямо покушу нас какой-то кидстартер, и походу, ребята, он в АФК. Это прям то, что мне сейчас нужно. Нет, не то, что мне сейчас написали в Телеграм, мне это не надо. Вот, ребята, кидстартер мне как раз-таки очень-очень надо, поэтому надо, ребята, просто максимально быстро его загасить. Нет, нет, ребята, он выкинул меч. Нет, 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 половина серди... Нет! Это был мой единственный просто вариант... Ребята, я забил каких-то двух челиков, которые очень-очень близко на РТП и... Подожди, стоп. Я же здесь... Подожди. Подожди, я же здесь уже был. Меня, ребята, только что здесь слили. И здесь уже двое челиков. Так, стоп, 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 стоп. Я, блин, от падения могу умереть, а здесь целых двое челиков. И там, ребята, еще челик заспавнился, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, это уже шиза какая-то. Ребята, я... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, они выходят, они выходят. Давайте мы немножко отойдем вот сюда и... Давай, давай, нападай, давай, только... Да. На что я надеялся, блин, два челика, блин. Ребята, я нашел какую-то жесткую-жесткую тузу, здесь очень много людей и... О, походу, ребята, я нашел вход, но, по-моему, я отсюда умру. Так что давайте, ребята, мы взвесим все наши шансы и... А, подожди, здесь, блин, уже никого нет. Ладно, давайте, ребята, да, посмотрим, умер я... Да, я бы умер. Боже мой, как играть с этим одним сердечком? Ребята, там есть два типа, один, у него есть, короче, деревянный меч, а другой, блин, в кидстартере. О, как раз, ребята, он открыл дверь... Нет, 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 убийца у него... Уничтожитель не надо. Блин, ребята, у него есть меч и... Все, найс, плюс мечик. Но, ребята, этого мало, мне нужен вот этот челик, поэтому пинаем его. Нет, нет, меня сейчас могут, ребята, убить. Быстро, убегаем, убегаем, убегаем. И мне нужен, ребята, только кидстартер. Остальные вообще, мне сейчас вообще не нужно. Но, походу, ребята, кидстартер... Подожди, кидстартер стал в АФК или тот голенький стал в АФК? Вот в чем вопрос. Но я, ребята, пока что наблюдаю только голенького и... Давай, разворачиваемся, ребята, и просто пытаемся... Это невозможно. Ребята, челлендж закрыт. Это невозможно. Давайте хотя бы начнем с кидстарта. Потому что, ну, ребят, это серьезно. Просто меня убивают с одного удара. Это ненормально. А здесь хотя бы броня будет. Хотя бы с трех ударов убьют. И, ребята, давайте сейчас проверим, как раз таки на ком челике. Вот, давайте. О, новый уровень. Ништяк! Ребята, там какой-то челик. Там какой-то челик, я его тоже заприметил. И... Угу. Понятно, ясно. О, ребят, подожди, здесь свободная территория, здорово. Так, подожди, стой. Вот это, ребята, очень интересно, свободная территория. Так, давайте мы, ребята, сломаем ему... Блин, 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 не можем его ему сломать щит. Давайте ломаем ему, ребята, ему щит, все, отлично. И пытаемся заспамить его луком, потому что мне, ребята, нельзя к нему близко подходить. Нет, два сердечка. Ребята, одно сердце и... Нет, бро, нет, 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 нет. Ты сегодня умрешь. Да, ребята, плюс кидстарт, ливаем.
Нет, ливаем, ливаем, быстро, 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 быстро. Вот это, ребята, уже другое дело. Лук вообще имба. Что я, кстати, ребята, с него выбил? Это защита 1, ну, как обычно. Короче, ребята, это обычный кикстарт, даже с щитом, неплохо. Вот только как я сейчас буду на алмазников набрать, непонятно. Но, ребята, в любом случае, положим это все дело в эндерсундук, потому что мне кажется, что я скоро умру. Не спрашивайте, почему у меня такие догадки. Поэтому лучше сложить все в запасной сундучок. Ребята, смотрите, куда мне телепортило РТП. Это на то место, где есть кикстартер. Это как раз то, что мне сейчас надо. Я, естественно, ребята, не чекал никого инвентари, вообще никакие инвентари, но я надеюсь, что, ребята, здесь нет, здесь не кикстартер. Блинский, блин. Но, ребята, возможно... Нет, невозможно, все ливаем. Ну, в жопу. Ребята, прямо по курсу у нас какой-то кикстартер, мы натягиваем тетиву и такие... Так, подожди, сначала надо, ребята, из... Что? Что? Мало того, то, что этот голенький был кикстартером, так там еще меня и слили, блин. Из-под тяжка, между прочим. Ну, ребята, как я и говорил, пишем эндер-сундук и теперь достаем мою железочку. Вот я как знал, что меня сейчас сольют. Я же говорю, не знаю откуда. Ребята, вон там вдалеке есть какой-то обычный игрок, но кто его знает? Возможно, ребята, у него есть какой-нибудь кикстарт. Вот как у прошлого челика, блин, это же обычный игрок был. Поэтому, ребята, мы не теряем надежды, он тимится, но, ребята, кто его знает? Возможно, у него есть шмотки и... как. Ясно, ничего у него нету. Походу, ребята, моя судьба это просто убивать таких голеньких челиков. Ребята, прямо по курсу у нас какой-то не кикстартер, а какой-то железник, поэтому давайте. Все, ребята, дал ему КД. У него полсердечка, ребята, он мой брат. Так, окей, ребята, в любом случае, давайте, мы должны его сейчас догнать. Его застопил дельфин этот, да, и такие, опа, давай, не, да, 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 ребята, ебой. Я думал, я просто дельфина этого убил и с него высыпались ресурсы. Давайте, ребята, будем смотреть, что это такое. Это железка, но у него был набор цербер. Неплохо. А железку, естественно, сложу в эндерсунук, а то вдруг меня снова кто-нибудь убьет. Ребята, я приписал PvP-команду, и мне нашлось... Нашелся геймер21гем2. Так, ладно, ребята, он идет на меня, поэтому мы... Нет, это невозможно. Ребята, ну серьезно, ну сами посудите. Поэтому я себе выдал сопротивление 10. Или 11. Вот, короче, оно. Давайте как раз-таки, ребят, сейчас посмотрим, как оно вообще будет работать на вар-ПВП. Все-таки у меня одно сердечко, как бы, ну, сами понимаете. Залетаем в рандомную кабинку и ждем, пока кто-нибудь... О, ресурсы, ништячочек. И, ребята, ждем, пока к нам кто-нибудь телепортируется. А ко мне никто не телепортируется. Даже ко мне не зайдет, да? А, нет, ребята, смотрите. Или нет? Ну, давай, заходи уже. Ясно. О, 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 то, что надо. Ой, кстати, слушай, а вот это другое... Слушай, вообще офигенно! Мне он почему-то вообще, правда, ничего не наносил, даже половина сердечка. Ладно, пойдет. Все-таки, ребята, Грифершо одним сердечком. Я не нарушил правила, не нарушил. Вот просто сопротивление жесткое, но... Ладно. Все-таки, ребята, мне еще придется телепортироваться. Все-таки мне еще, ребята, придется пвпхаться с какими-то жесткими алмазниками, поэтому мне кажется, это нормальный такой шаг к продолжению видеоролика, естественно, потому что, ну, я не хочу, чтобы вы смотрели, как я постоянно сливался. Ребята, блин, я снова зателепортировался на это злополучное место. Но теперь-то я стронг, поэтому я просто... Угу, ясно. Блин, все ломается, ребята, просто. Я даже не могу пройти в их... О, я услышал... Здорово, ты меня убил в предыдущий раз. Давай, сюда иди, сюда подошел. Давай, давай, сюда. Ребята, просто всех истребляем здесь. Просто с половиной сердечкой, точнее, с одним сердечком. Все, что ли, да? Их нету? Ладно, я с вашего... Что? Ничего себе! Ребята, в это... Что это за ловушка такая жесткая? Я в нее, блин, чуть не попал. Так, ладно, ладно. До свидания, ребята. Извините, но я, по-моему, от вас ливну. Главное, ребята, чтобы там не было ловушки. Здесь нет ловушки, ребята. Все, отлично. Мы ливнули от тех типов и заработали вот такой деревянный меч. Ну, неплохо. Кстати, ребята, я же могу хавать вот такое вот яблочко, и мне будет даваться плюс 2 сердечка. Чё-то я даже об этом, ребята, забыл. Вот это имба будет. Ребята, я вижу какого-то жесткого челика, поэтому натягиваем тетиву и... Да, все, ребята, дал ему КД. Хорошо. Только, бро, не убегай от меня, пожалуйста. Мне нужны твои... Что? Ребята, там... Ой-ой-ой, кто-то, ребята, там бафается. Я услышал, кто-то... Нет, нет, ребята, они слишком жесткие. Ливаем, ливаем, ливаем. Главное... Нет, 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 ребята, они слишком жесткие. Давайте мы захаваем вот такой вот гэплик, чтобы нам далось немножко больше хпшек. И все, ребята, пробуем, пробуем их загасить. У этого челика уже, ребята, пол баллона. Отлично, отлично. Так, тише, 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 тише. Ребята, нужно ливнуть, ликвидировать вот этого молодого человека. У него остается совсем чуть-чуть. И давай, 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 ломаем, ребята, ему щит. И давай, 0-4, 0-4. Нет, дельфин, пошел вон. Нет, о, все, во, дельфинирование дали. Хорошо, минус типочек, отлично. Что, ребята, у него было за броня? Это защита 3, ничего себе, хорошо. Так, где мой дельфин? Дельфин, плыви сюда. Во, ага, вот он, плыви сюда. Во, красавчик, давай, дай мне эту штуку твою свою. Давай, полетели, полетели, дельфин, во, во, ребята, все, он мне дал эту штучку, все, летим, летим, летим. Где-то здесь должен быть его друг. Вот
вот он, ребята, я его заметил, отлично. Осталось только к нему, ребята, немножко пробраться и его тоже так же закосить. А у него, кстати, ага, мечика у него нормального не было, окей. Ну и, ребята, естественно, они ливнули и написали мне в чат: верни ресы, а потом просто ез. Ну, конечно. Сначала верни рез, а потом ез. И чё-то, ребята, я думаю, что сопротивление 10 слишком жесткое. Ну, давайте еще немного погрифрим, а потом уже будем делать выводы. И мне этот чил пишет: го БВП, давай телепортируйся. Ребята, смотрите, кого я заприметил. Здесь какой-то... Да, блин. За эту территорию, ребята, смотрите, это его база. Слушайте, так мы можем его немножко подождать и его убить. Но, ребята, ко мне телепортируется другой чилик, который забился со мной, поэтому давайте, мы его телепортируем куда-нибудь вот сюда. Даем, ребята, КД ему, и он пьет баф. Ребята, вы видели? У него есть баф. И у него есть перлы. Куда меня, блин, телепортировало? Ребята, это Феникс. Какой-то жесткий. Что? Почему? И, ребята, и он еще пьет баф. Так, давайте как раз таки... А, смотрите. Ребята, так мне вообще пофиг. Сопротивление 10 дает о себе знать, ребята. Офигеть. Ребята, мало того, что это Феникс, так он, ребята, еще забафанный. И мне вообще насрать на его удары. Вот это дело. Так у тех челиков вообще, ребята, шансов тогда не было, по факту. По факту 20 ударов, наверное, и я где-то умер. Но, ребята, сейчас, смотрите, я ему наношу, и ему вообще ничего не наносится. Ой, что я несу? Точнее, мне, ребята, вообще ничего не наносится. Но, скорее всего, ребята, он просто-напросто от меня ливнет, потому что он ливает под воду. А дельфина поблизости, видимо, нету. Поэтому, да. Но, ребят, попробуем его выловить вот так вот. А, блин, вылавливаем, ребята, вылавливаем. Вылавливаем, ну, давай, давай, давай. Нет, 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 не ливай, бро. Мне очень нужна твоя алмазка, бро. Все, ливнул, вот. Говнюк, блинский. Так, ребята, ладно, да, немножко понижаем наше сопротивление. Например, на сопротивление 3, потому что 10 сопротивление слишком жесткое. Вон, он даже перечат, дизнац не проносится. Просто я не контрюсь, чувак, ну это нормально. Знаешь, ребята, я себе выдал, что я себе выдал? Я себе выдал сопротивление 3, и давайте, ребята, ко мне как раз-таки кто-то телепортируется, и... Ясно, окей. Нам сейчас нужно протестить, нормально ли это сопротивление или нет. Возможно, меня будут сносить просто, ну, на раз-два. Хотя, по факту, у меня одно сердечко, меня таки должны сносить. Ребята, мне ПВП нашел противника, это тот челик. Ребята, это тот челик, от которого я ливнул в КД. Ну, не специально, естественно. Давайте, ребята, как раз-таки на нем и протестим наше сопротивление 3. По идее, как, ребята, он должен мне будет наносить хорошо. Ну как хорошо, либо он мне сносит мое здоровье, либо же нет. И, ребята, у меня, к сожалению, закончился лук. Поэтому берем щит, который вообще, ребята, полностью нулевый. И... Куда ты убегаешь, бро? Куда ты убегаешь? Ага, на ровную теру, значит, захотел. Ага. Ах ты ж говно. Ребята, он еще телепортировал своего друга. Понял. Кстати, а чё он мне наносит киркой? Здоровье. Не... Блин. Но, ребята, по идее, как у меня в эндер-сундуке... Да, есть еще немножечко алмазки. Алмазки. Какой алмазки? Железки. Куда я разбежался, блин? Ну и, в принципе, сопротивление 3 достаточно хорошая штука. Давайте я как раз все его и буду всегда прописывать. Мы убили Фриза, ахахаха, да, с который был с одним сердечком. Ну, молодцы, что. Ой, нет, нет, стой, 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 ребята, я кого-то телепортировал жесткого и... Так, ну, ребята, у меня сопротивление 2... Ага, я понял, ребята, 2 удара и я умер. Все, понял, понял, понял. Так, кстати, уяснил, поэтому, ребята, нужно себя не поставлять под удар. И он, ребята, очень-очень жесткий. А у меня даже, ребята, еды нету по факту, поэтому нужно как-то будет вот так вот убегать по факту, вот так вот чуть-чуть его фигачить. И, ребята, у него уже полблона нету, отлично. Моя тактика работает. У него 4 сердечка остается, ребята, и совсем чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть остается. Давай, 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 давай. Блин, ребята, у меня полхоп, все, я не регенюсь, ё-моё. А у него наверняка, ребята, хилка есть, поэтому просто, если... Ну, блин, у него-то вообще мало-мало-мало хп осталось. А что у меня осталось в ЕК? У меня осталось, ребята, вообще ничего, блин. У меня осталось только железное полсета и... топор. Офигеть. И, ребята, мне нашло ПВП какого-то противника, и, походу, ребята, по всей видимости, это у нас обычный голенький. А ну-ка, ну скажите, что это не голенький. Давай, 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 скажите. Ну, а, он ливнул даже. Кайф. Но, ребята, ко мне телепортируется снова этот челик, и, о, здорово, да, о, как раз, ребята, этот голенький, и, да ё-моё, у него снова было, ребята, вообще там мало х... Чё ж я не дожимаю-то чуть-чуть? Ладно, ребята, я понял, мне нужен сейчас кит-старт, потому что, вот смотрите, он снова ко мне телепортируется, давайте я его сейчас приму, и просто, ребята, а... Угу, я понял. Ладно, ребята, давайте мы его сольем, хотя бы покажем то, что мы не ески. Ну и сейчас мне нужен, естественно, кит-старт, потому что, ребята, без брони я вообще никуда не смогу пойти. Меня каждый, блин, будет сливать, поэтому мне 100% нужен кит-старт. Ребята, ко мне кто-то отправляет заброс на телепортацию, мы его при...
Я думал, какой-нибудь кит-стартер, блин. Ой-ой-ой-ой-ой! Смотрите, ребята, куда меня телепортировало. Блин, как думаете, спускаться? Конечно, спускаться! Погнали, ребята, у него очень мало сердечек остается. И давай, чуть-чуть, и... Чего так лагает, братишка? Нет, 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 нет. Не ливай. Ты не ливнешь отсюда, я тебе сказал, не ливнешь, все. Да кто меня слил? У меня уже был кит-старт, и я его всрал. Вот, просто можно вот, вот так вот сделать, серьезно. Опа, ресурсы, здорово. Ничего себе, сколько еловых бревен. Что? Ребята, ко мне еще кто-то телепортируется. Здорово, убиваем, ребята, его сразу. Просто сразу, вот так. Еще один телепортируется. Так, ну, его, ребята, мы не убьем, это точно. Давайте мы откупимся вот таким вот просто стаками деревесины, извини, только не убивай меня, не надо. Хотя, блин, ребята, там есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ливаем быстро, просто ливаем. Пропишем быстренько, ребята, себе хил. Вот так вот, опа. И, ребята, вон там, вот, вот, то, что мне, ребята, надо, это кит-стартер. Давай, кит-стартер. И... Нет, 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 мне не нужен алмазник, мне нужен кит-стартер. Давай, опа. Все, ребята, дал ему КД. Хорошо. И... Да ё-моё. Ребята, я снова здесь, только я без ничего вообще, ребята, без абсолютно ничего. И давай, сюда. Да, ё-моё, я не могу попасть. Вот, ребята, все, попал. Вот, вот, правильно, правильно думаешь, правильно мыслишь. Хорошо, молодец. Вот так, все. До свидания. О-о-о-о-о. Набор Пандара, слушай. Вот это уже вкусно. Давай, обмен, обмен с тобой. И вот теперь, ребята, сопротивление 3 будет достаточно очень жесткая штука. Так что давайте мы как раз таки ее и пропишем себе. Ребята, ко мне кто-то отправляется просто на телепортацию. И ясно, 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 понятно. Мне такой челик не надо, потому что, ребята, здесь есть незаритовые челики. И, ребята, есть шанс их загасить. Поэтому давайте мы нападем на... А, это тьма. Нет, 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 тогда не надо. А вот, ребята, кит-стартеров я бы сейчас послил. Поэтому первого когда дам. И, ой, подожди, а подожди, по-моему, ты с щитами, не? Не, или мне пока... Во, минус один, давай. Теперь минус второй, давай. Опа, опа, минус, и еще чуть-чуть, и... Да, минус. Естественно, ребята, мне эти кит-старты вообще не надо. Поэтому держи, бро, мне они не нужны, забирай. Кстати, походу, они, ребята, строили ловушку, если я не ошибаюсь. Мне нужны вот, вот эти яблочки, которые мне помогут немножечко выживать. Ребята, меня телепортило... Интересно, подожди, смотрите, ребята. Оппонент для поединка найден, вы телепортированы. Меня телепортировало, и здесь, ребята, есть алмазка. Офигеть, набор гидры, то, что мне потребно, в принципе. Остальное, ребята, я сложу в Эндерсон. Ой-ой-ой-ой-ой, не сложу, блин, я с предыдущего грифа его не почистил. Ну, да-да, извините, но мне придется вот сделать вот так. Да, понимаю, что это не очень рационально, но, к сожалению, придется. Вот только стейки, вот стейки я бы взял, давай, о-о-о, отлично, стейки есть. Ребята, опять же-таки, поединок найден, и здесь Киди, ясно, ребята, это мой торгейтер, так сказать. Во, смотри, попку мне показывает, ну, ясно, в общем. Он, ребята, какой-то жестик, потому что, смотрите, я ему практически ничего не наш... Ой-ой-ой-ой, слушай, жестко-жестко, ребята, хавым, наш допинг, допинг, все, ребята, есть три сердечка. Конечно, ребята, не гриф с одним сердцем, но, ребята, это реально допинг. У него уже, ребята, нет полбаллона, а у меня, как бы, ну, одно сердечко, как бы, мне кажется, что, ну, что-то тут, ну, вот, ну, как-то, ну, не очень. Поэтому, ребята, я еще схавал одно сердце, все, теперь у меня снова три сердечка, здорово, и попробуем, ребята, его комбить топором. Потому что, ребята, у них, ну, нет, ну, куда... Куда? Ладно, ладно, ребята, окей. Давайте мы назад пойдем. Потому что, скорее всего, он за мной на. Ой-ой-ой-ой-ой. Он пойдет за мной назад, да? Да, ребята, есть. Возможно, он сейчас кинет какую-нибудь перку или еще что-то, потому что пишет стой. Ага. Ну давай постою. Давай, что ты мне хочешь сказать? Госкрин. Ну и. Ясно. Ты же понимаешь, что я сейчас тебя убью? Вот понимаешь, или, блин, ребят, лопаты нету. Обойдемся тогда рукой. Вот так его будем. О, вот, здорово. Все, ребята, фигачь его дальше. Погнали. Если, ребята, он меня убьет, это, конечно, будет печально, но в любом, ребята, случае, это реально жесткое ПВП. Ребята, допинга больше нету. У меня остается реально одно сердечко. И нужно сейчас максимально его разумно расходовать. Вот так вот стреляем в него. У него 16 хп, блин. Мне нужно, ребята, хотя бы чуть-чуть проголодаться, чтобы я захавал стейк, потому что у меня, ребята, вообще нет регенерации. А у него, ребята, у него уже пол баллона, между прочим. А у меня... У меня ноль баллонов. Угу, ясно. Все. Хе-хе. И писал «Yes». Ну да. В общем-то, ребята, если вам понравился данный видеоролик, то кликайте вот на эти два видеоролика, которые вам только что выплыли, и подписывайтесь на канал, потому что, ну, у меня реально много такого контента, который вас развеселит, либо же вам вообще он понравится. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите эти два видеоролика. С вами был Фриз. Всем удачи, всем пока. Заходите на Respawn также. Все. Пока.